кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами? Значит, они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше всех остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры частные, которые за всем за этим стоят, они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата. Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит, значит, вот все плохие, изберите меня президентом. Так, без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, и делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж этот, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно. Но, тем не менее, через социальные сети молодежь вытаскивают, эта молодежь выходит определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей. Я по-другому это охарактеризовать не могу.